За последние годы уровень автомобилизации увеличился в разы. Транспортная сеть, сформированная десятилетия назад, не соответствует требованиям безопасности и современному спросу на транспортные перемещения, что влечет тяжелое ДТП, образование многокилометровых заторов. Спецтранспорт не успевает спасти тысячи жизней. Институт развития транспортных систем предлагает инновационный комплексный подход к решению обозначенных проблем. Высококвалифицированные сотрудники и многолетний опыт гарантируют эффективность, оперативность и уверенность в успешном результате. Наши компетенции – развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы общественного транспорта, транспортное моделирование, разработка документов транспортного планирования. Проектирование дорог и сооружений. Транспортная аналитика. Инженерные изыскания. Создание и развитие интеллектуальных транспортных систем. 3D-визуализация проекта. Современная дорожная лаборатория предприятия выполнит измерение и анализ массы параметров текущего состояния дорожной инфраструктуры. Институт развития транспортных систем. Эффективное инфраструктурное решение транспортных проблем.